Карлики, готовьтесь к поглощению разумистического контента. Эпопа, карлики, как вам песня? Баба рабства! Хорошая песня. Я, кстати, тоже хотел такую песню написать, но не стал. Пока что, может, потом напишу. Песня правильная, жизнеутверждающая. Нужно переосмысление тех устоев, что сейчас сложились. Батя на гельке, карлики на вельке. Нормли, нормли. Дубай, ёпта. Баба рабства. Ну, он специфичный. Не всем такой зайдет этот стиль, рок-рок-стиль. Не все это. Кто-то, наоборот, очень сильно это любит. А кто-то такое не любит. Поэтому прям хитом назвать нельзя. Потому что хит редко бывает. Какой-то такой вот рок. Вот рэп, кстати, может быть хит. А рок... Ну, рок бывает, конечно, хиты, да, но реже. Потому что рок — это специфичная штука. Но в целом неплохо. Баба-рабство я не помню. Может, конечно, есть уже песни, но я не помню. Не слышал особо про баба-рабство, поэтому уже ради этого хороший трек. Я сам хотел тоже, но потом подумал, ладно, потом как-нибудь. А так тема, да, тема хорошая, баба-рабство. Правильная тема. Вот. Погромче только бы голос, потому что не очень хорошо слышно голос. Слова не разбираются легко. Это плохо, потому что нужно, чтобы воспринимался текст легко, как бы, а в тексте смысл. Ваша очередь запрещать героя. Вот. Но в целом и мощно, мощно, то есть очень мощно спето этот. Но для рокеров это нормально, типа, а для то, что сейчас в среднем происходит, это редкость, когда вот мощь такая. Вот. Это рокеры старой школы, я думаю, такие true рокеры, там 90-е, не знаю, может, 80-е. Вот.